Всем привет! Вы на канале «Готовим с Оксаной Пашко». Сегодня приготовим сметанный десерт с мандаринами, яркий и красочный, который сразу же притягивает к себе взгляд. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим мандариновый слой. В мисочку насыпаем 1 чайную ложку желатина и наливаем 50 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Примерно 400 грамм мандаринов чистим от шкурки и по возможности от белых прожилок. Если у мандаринов есть косточки, то их тоже нужно удалить. Всего должно получиться 300 грамм очищенных мандаринов. К ним насыпаем 2 столовые ложки сахара. Все измельчаем погружным блендером до однородной массы. Мандариновую смесь ставим на огонь. Периодически перемешиваем и как только закипит, снимаем ее с огня. Оставляем на 2-3 минуты немного остыть. В еще горячую массу добавляем набухший желатин. Все хорошо перемешиваем. Мандариновую смесь с желатином процеживаем через сито. Примерно половину мандаринового желе сразу же разливаем по креманкам. Я взяла 2 креманки объемом по 280 мл. Желе ставим в холодильник застывать. Пока застывает мандариновый слой, приготовим сметанный. В мисочку насыпаем 1 чайную ложку желатина и наливаем 50 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Берем 250 мл сметаны любой жирности, я использовала 20%. К ней насыпаем 1 столовую ложку сахара и 5 грамм ванильного сахара. Все немного перемешиваем. Сметана должна быть комнатной температуры. Желатин уже набух. Топим его в микроволновке импульсами по 10 секунд. После каждого раза перемешиваем. Распускаем набухший желатин и выливаем его в сметану. Все хорошо перемешиваем до однородности. Мандариновый слой уже застыл. На него аккуратно наливаем половину приготовленной сметанной смеси. Опять все ставим в холодильник застывать. Когда застыл сметанный слой, наливаем на него оставшуюся половину мандаринового желе. Опять ставим в холодильник застывать. На застывший мандариновый слой выливаем оставшееся сметанное желе. Из этого количества ингредиентов получилось 2 креманки десерта по 280 мл. Снова ставим в холодильник застывать. Желе застыло, теперь займемся украшением. Мандарины чистим от шкурки и от белых прожилок. Дольки мандаринов разрезаем пополам. Из этих долек на десерте красиво выкладываем цветок. Десерт готов, можно подавать на стол. Этот десерт можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, только его нужно накрыть сверху пищевой пленкой, чтобы он не заветривался. Если вам понравился такой десерт с мандаринами, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.